Добрый вечер, дорогие телезрители телеканала Живех Жола в эфире шоу ноты то есть Жулдус Басэнг. И я его ведущий символ скромности, амбассадор человечности, Хайрат Адельгерей. Усаживайтесь поудобнее, сделайте э, громкость телевизора погромче, потому что мы начинаем шоу «ЖОЛДОС Бассан. В этом проекте мы лечим звезд от болезни, которую даже врачи вылечить не могут. Сейчас мы посмотрим, насколько они больны звездной болезнью. И поставим им точный диагноз. Ну что ж, самое интересное впереди. А мы начинаем. Сегодня у нас в гостях... Певец, музыкант, шоумен. Человек, который женат не только на своей жене, но и на своей гитаре. Заслуженный артист Республики Казахстан Ерлан Кукея. Встречаем, друзья. Браво. Легенда казахстанской эстрады. Ерлан Марза. Хош алейкум! Как у вас настроение? Замечательно. Как ваш настрой? Звезда, ну ты. Мне кажется, знаете, вот эти вопросы, болеете вы звездной болезнью, мне кажется, вам это уже неуместно. Потому что вы Весь этап все это прошли. Я очень долгое время лечился от этого. Ах, вот оно. Каждый как, год. Даже да. было так. Да, есть определенный. Есть диагноз. санатория для звездных болезней? Нет, не совсем так. Есть а, определенный спектр лекарств лечения от этого, даже но я так? вам его не скажу. я буду лечиться только сам. Хорошо, да. Ну что ж, э, на протяжении всей передачи мы узнаем на самом деле, кто болен, либо кто выздоровел. Приглашаем следующего гостя. Единственная певица в Казахстане, которая запрещает за рулем надевать свои костюмы, потому что она слепит других водителей. Прекрасная, красивая, яркая, эстрадная певица, заслуженная артистка Республики Казахстан Айжан Нурмагамбетова. Встречаем, друзья, под вашими бурными аплодисментами. Вау! Браво! Ай, я же ханом киленс, турлитенс. Ай, я ханом просто, просто шикарно, просто прелестно, просто нет слов. Глядя на вас, просто эмоции, слюни, артбук, ты меня Я за слюни проглоти слюни. Ну что ж, уважаемые друзья, дамы и господа, уважаемые телезрители, наши легендарные гости. Прошу, приглашаю вас. Занимайте свои почетные места. Как? Туда, туда. Вам сюда. Располагайтесь поудобнее. Телеканал Жбек Жола. Шоу звезданутый Ягни Жолдус Басын. Уважаемые гости Ирланага Айжан Ханом. Добро пожаловать на наш шоу. Прежде чем начать наше шоу, давайте я объясню правила. Правила нашего шоу, можно так сказать, игры, даже есть чуть-чуть элемент подкаста. Мы собрали видеоматериалы, которые даже нигде не было афишировано, нигде никто даже не знает об этих фактах. Ну, конечно, шоу. Это юмористический, где-то, где-то содержит юмористического характера, а где-то есть и реальные факты. Ну что ж, Хорошо, что предупредили. вам это уже воспринимать. Где юмор, okay. где на самом деле реальные факты. Ну что ж, Айжан Ханам, внимание на экран. Басталда. Ничти не басталда, Айжан Айжан Нурмагомедова родилась 4 июля 1956 года в Сарыковском районе Костанайской области. Если Айжан Нурмагомедова вступает на сцену, то знайте, что где-то сидит голый щелкунчик. На своем дне рождения Айжан Нурмагомедова спела свои песни, потому что гости долго не хотели уходить. У райдере у Айжан Нурмамбетовой фруктовая нарезка, вода и что-то от давления. Если Айжан Нурмамбетова не может уснуть, она пересчитывает не баранов, а все свои костюмы. У Айжан Нурмамбетовой настолько большая коллекция солнцезащитных очков, что даже Кайрат Нуртас рядом не стоит. Инстаграм дал галочку Айжан Ханам, потому что думал, что это Леди Гага. Мало кто знает, что Айжан Ханам берет свой гонорар в стразах. Умная, красивая, талантливая. Именно эти слова муж Айжан шептал ей на ухо, чтобы стать ее менеджером. Когда бог раздавал всем на земле костюмы, Айжан сказала, давайте я передам. И забыла передать. А если серьезно, мы очень рады видеть Айжан Ханым у нас на шоу. Ведь Айжан Нурмагомедова советская и казахская эстрадная певица. Заслуженная артистка республики Казахстан. Браво! Ну что ж, далее продолжаем. Ерлан Моза. внимание на экран. Ерлан Кокеев. Ирланд Кокеев родился 21 мая 1971 года в городе Караганда. Ерлан Кокеев настолько долго в шоу-бизнесе, что даже у нас в стране успел смениться президент. Ерлан очень азартный человек. Даже консерваторию он не закончил, а выиграл. Для того, чтобы люди хоть как-то узнали Ерлана, ему нужен танец и дождь. У Ерлана в Инстаграме нет номера менеджера, а возможно он сам себе менеджер. Именно поэтому он получает пособие по безработнице. Ерлан и его коллеги по группе АБК были настолько креативны, что назвали группу по первым буквам своих фамилий. Вот это креатив. У Ерлана Кукива 140 тысяч подписчиков в Инстаграме. Как вы поняли, Ерлан часто участвует в гивах. Ерлан накручивает не только свои волосы, но и подписчиков в Инстаграм. У Ерлана 2989 публикаций в Инстаграм. Как вы поняли, ему реально делать нечего. Ерлан Кукеев очень амбициозный человек. В шоу-бизнесе он уже 30 лет. И все еще думают, что вот-вот стрельнет. Тогда у Ерлана спрашивают, что с новыми треками, он говорит, с какими? А если честно, Ирланд Кокеев – заслуженный деятель Республики Казахстан и любимый певец наших мам. Браво! Браво! Уважаемые телезрители канала Жбек Жола, у нас, у нас в гостях легендарные гости. И у нас сегодня будет шоу «Огонь, друзья». Мы начинаем. Уважаемые гости, Елана Азанхарм, прежде чем начать нашу передачу, я объясню правилами нашей передачи, можно сказать, игры. А, на протяжении всей передачи или всего передачи? Всей передачи. Всему, всех, всях их. их. Все Всея Руси. Давайте познакомлю правилами нашей игры. Передача, то есть шоу состоит из четырех туров так в каждом туре вы должны зарабатывать баллы uh -huh. у кого больше у кого меньше если у кого-то будет меньше баллов мы их признаем то есть зрители и я признаем что этот гость очень простой близок к народе а если кто-то зарабатывает больше баллов тогда мы определяем диагноз то что этот гость болеет до сих пор звездной болезнью вы готовы? Готовы. Айжан вы готовы? Ну, давайте. Ну что ж, начинаем. Первый тур называется «Есенгеме». 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 Ес давайте, прежде чем начать наш первый тур, давайте вопрос, Ерлан Маза. Как у вас с памятью вообще? Нормально. Пока это норма? Пока. ну бывает иногда после ковида что-то забываю, а так Ох ничего. Есть у нас гости, которые приходили сюда, они действительно после ковида жаловались на память и были некоторые гости после беременности, у них память пропадала частично. У меня не от беременности, это точно. От ковида. От ковида. Ну что ж. Ну что ж. Вопрос первый Готов. Ваше знакомство со супругой Анары было весьма необычным. Необычно. Ага. Вы открывая дверь в консерваторию, ударили по голове подругу Анары. Итак, вы познакомились с супругой. Вопрос: каким именно образом вы Ирланд открыли ту самую дверь? Правой ногой я ее толкнул. Вот так. <пух> Точно? Точно. У нас есть вариант давайте, ответа. Давайте. Толкнув правой рукой. А. А. Б. Толкнув левой рукой. С. Пнув правой ногой. Д. Пнув левой ногой. Ну, либо правой рукой, либо правой ногой. Но то, что правая, это однозначно, но не левая. Потому что правша. Сто процентов. Окончательный Окончательный ответ. Ну что ж, уважаемые друзья... Пнув левой ногой. Правильный ответ. <свят> да? Вот Ладно. так вот. Вы родом из Майкудук. Из Майкудук. В одной из передач вы сказали, что знаете каждый район, каждую улицу в Майкудуке, в тютельку, в тютельку, до миллиметра. Ну, так тут... вот вопрос такой. <свят> На какой улице расположена школа номер 73? 73? Есть вариант ответов. Давайте. А. Бабушки на 108. Б. Бабушки на 110. А. С. Алихана Букиханова 5 дробь 2. То есть 50 дробь 2. Д. Узловая 29. Я боюсь ошибиться. Почему? Потому что я учился в школе ага. до 1985 года. Дело в том, что все эти улицы переновали после развала Советского Союза. Ага, а вы мне ага. назовите, когда они были во время Советского Союза. Я же помню улицы те. Старые названия. Старые, Старые названия. Ага. Школа, Школа номер 73 находилась по адресу. Так, как бабушкина было. Бабушкина, бабушкина 108, бабушкина 110, Нет. Алихана Букиханова 50 дробь 2. Узловая 29. Скорее всего, Алихана Букихана, э, но как она раньше называлась, я не помню. Как это э, э, старое название. А эта было? улица вообще не, не, переименовалась. Менялась. не менялась. Хорошо, хорошая подсказка, значит, бабушкина остается. Хотя бабушкина... Подожди, бабушки на улице была на э, в русском поселке. Uh -huh. э -э, но там 73. Это Майкудуки, 73 школы там не было. 73 вы сказали, да? Значит, так. узловая стоит. Узловая 29. Точно, да. Ну тогда, ну чисто ответ. так. Гипотетически. Ну что ж, уважаемые друзья, это совершенно правильный ответ. Узловая 29. Находилась школа под номером 73. Вот так. Все одноклассники Майкудуксы прильнули нет, к, к экранам базар, телевизора. Нет. И так нет. говорят, базара нет. Память и респект. Ваша нет, это не чисто изменяет. гипотетически это догадался. интуитивно, да? Интуитивно догадался. Далее да. продолжаем. Вы знаете дату рождения своей супруги, верно? Ну да. Ну, знаете, наверное? Ну да. Так. А знаете ли вы, кто она по знаку зодиака? Да. Кто? Овен. Не телец Ну, ирики Овен. ирики Супруга моя? Это тот случай, как с узловой. Вы интуитивно, да, отвечаете? Или как? Или точно? Скажи дату, дату, скажи, я тебе скажу. 25 марта. Ну правильно, тогда близнецы. Овен. Нет, нет, нет. Овен до 22. А у тебя 25. Телец? Дальше кто идет? Это в апреле уже. Телец это мая, апрель. Ну значит, значит, нет, после Овна кто идет? После Овен, 25 овна марта, идет? прогуглите, это Овен. Нет, с 22 по 22. Кальмары. Это Овен. Овен она. Да Овен. нет. Давай а жамханом. Пусть он сам 25 марта 1976 -го года. Это Овен. Овен. Слушай! Правильный ответ Овен. Молодцы. Да ты чё? Далее. Самую первую машину вы купили в 1900. А, так, нет, вот здесь надо подумать. В 89-м году. Да. Вот. Подождите, в 89-м? Да, в 89-м. Ну, просто да. до этого мне машину папа подарил в Москве 412. Ну, хорошо, давайте. Так, Какая была марка этого авто? А есть варианты ответа? Есть. Говорите. Москвич 2142, Москвич 45, Москвич 2141, Москвич 4, 412. Конечно, Москвич 412. Правильно, Шабалах Хурмет, так, теперь вы Санары со своей супругой. Супругой вместе уже более 25 лет, да? Нет, больше. 28. 28. И за это время вы, наверное, уже выучили друг друга, то есть знаете. До сих пор познаем. Так вот, найдите из перечисленных любимую фразу вашей супругой. А. Победившему себя ничего не страшно. Я люблю жизнь. Нельзя упускать возможность чему-то научиться. Кто ищет, тот всегда найдет. Либо, либо ри, вариант э, б, б, либо второй, либо третий. Еще раз повторите. Победившему себя ничего не страшно. Нет, первый не считайте. Второй, Я люблю чис... жизнь. Вот. Нельзя упускать возможность чему-то научиться. люблю жизнь. Все. Кто ищет, тот всегда найдет. Я люблю жизнь. 28 совместной жизни супругой. Вы ответили, думаете, правильно? Да. Это ваш окончательный да. ответ. Да. Ну что ж, уважаемые друзья, правильно ответ кто ищет, тот всегда найдет. <свят> С анарханом в доме разберетесь. Дома разберетесь. Жили вместе, 28 лет, да. а. Про а Анару вы не знаете. А вы откуда это узнали? А Анара Ханум знает про вас все. Какая у вас любимая еда, любимый она цвет. Она что, к вам звонила? Они ей звонили, А вы наверное. звонили к ней? Анара вы нас слушаете? Ну что ж, уважаемые друзья. Нет, она не может Приглашаем в студию. А. Я, я сейчас знаю, где она просто. Несколько лет назад вы обрели себе новый статус. Куда? Вопрос такой. Какого числа день рождения в ваших кудари Жанар Мусины? Кудари. Так, есть варианты ответа? Родственник это. Говорите, говорите. Это вторая мама ваша. Да, да, да. Варианты ответа. Жду варианта. Месяц май. А, 31 мая. Б, 21 мая. С, 11 мая. Д, 18 мая. 31 мая. А в мае 31 день есть? Нет? Есть. 31 мая, точно? Не 21 Точно. 21 у меня. Хурмет Хушамет Тернис, правильный ответ, 31 мая. Молодец, <звучит> молодец. Ал, у кого из ваших знакомых телефонный номер заканчивается на эти цифры? 86-01. Ой, это я точно не отвечу. Вариант от Есть ответа? Есть вариант ответа, давайте. А, Амидил Варумбаев. Б. Кьюбалана Шингас куда кудағыңыз жанар, да қызыңыз айгерим. Просто айгеримки несколько телефонов. Ну давайте пусть будет Медеу Арамбаев. Медеу Варамбаев, 30 лет вы вместе на сцене. Да. Ваш брат. Чисто гипотетически. Правильный ответ. И конечно же, правильный ответ Кью Шингас. Единственный Кью А вы его откуда номер знаете? Ну как это мы? А, ну взгляд. ладно. У нас все информации, все у нас информации, все информации достоверные. Мы можем доказать видео, Я Давайте. Так. Теперь. Ну и, конечно, мы не можем обойти легендарную группу АБК, которая была создана в далеком 1996 год. Поддерживаете ли вы связь с Медю Армбаевым, Булмановым? Конечно. Вопрос такой. Найдите из перечисленных последние четыре цифры номера Хадраля Булманова. 12-10, 10-12, 10-10, 10-09. 10-09. Дуроша, правильный ответ. Однажды вы с группой выступали на одной из закрытых вечеринок. Банкет, вечеринок, можно сказать. Тогда ваш барабанщик забыл свои палочки. Было такое? Было такое. Так, вопрос. Чем Пластиковым тот вечер бутылками? пришлось отыграть тогда барабанщик? Пластиковыми бутылками. В народе говорят... Без выходных положений не бывает. Это... Это моя была идея. Баклажка, да? Ну да, баклажка. Баклажка. Либо бутылка. Либо деревянная ложка, либо не, вилка. Нет, пустая бутылка. Это я, я же придумал. да. Шабала фурмет, хошмет терез. Баклажка. Как это было вообще? Мы приехали на мероприятие, начали подключать оборудование, начался саундчук, он сидит такими квадратными глазами, на смотрит, говорит, Ирики, я палочки забыл. Без выходных положений не бывает, здесь как на войне. Стоп, без паники. Да, и... без паники, я пошел, вылил две бутылки пластмассы, и говорю, на, играй. Он у них как, а ah, как? Я говорю, я говорю, давай, давай, давай. Все, отыграл целое и весь отделение. весь вечер, целый вечер. Щелик Тамаша. Далее Ukrainian. продолжаем. Вы были директором благотворительного фонда Ботакан. Ботакан. Помните ли да. вы точный адрес вашего фонда? Есть варианты ответа? Есть. Давайте. Вильямс 22, Вильямс 28, Вильямс 2, Вильямс 28, дробь 2. Вильямс 28, дробь 2. Это совершенно правильный ответ. Тамаша. Хурмета. Айжан Ханом. Мы теперь далее продолжаем с вами. Я только по строчкам издалека посмотрела. У вас как с памятью? Десять вопросов. Так. так. У вас, кажется, зрение отлично. Вы прямо все Нет, я прочитаю. отсюда не видно буквы, но видно, что десять. Ага. таких. Так. С памятью у вас не жалуемся. Последнее время не знаю. Ты знаешь, на эту тему есть хороший анекдот. Ага. Две бабки встречаются, и одна другая говорит, вот как бы ты хотела в старости, говорит, что бы, Альцгеймера или, говорит, этот, как его? Паркинсона. А, Паркинсона. говорит, да лучше, говорит, разлить немножко, чем забыть, куда поставила. <свят> <свят> что? Так что... Айзахан, 18 августа вы были в своем родном городе Костанай. Так. Поздравляли жителей с Днем города. Да. Был большой гала-концерт на площади, да? Выступали. Да. А, вопрос такой: кто еще принимал участие в концерте? Ну, во, во всяком случае, первый была я под танки. А... Когда, знаете, на площади два ряда. Ну, еще же концерт не начался, в 7 часов люди гуляют. Есть вариант ответа. Варианты. Нет, я могу сразу сказать. Давайте. Я первый под танки. Но на второй, на третьей песне добавились, на пятой песне уже было пол площади. Я сказал, сейчас второй раз выйду, Чтобы была полная площадь. Так что я подготовила площадь для этого нашего. Сейчас скажу. Калифорния. После меня был Калифорния. То есть Фархат Калиф. Да. Шаб я был указан, указан, как как я в восторге. Вы родом с Кусанайской области, а именно с Сараколя, да? Вопрос Значит, такой. Мне сказали, чтобы я говорил Сараколь, по, а. потому что я родился в одном месте, но папа записал меня там, где родился он. Mm. Ну, а так как вот уже себя ощутила, первый, второй класс у меня ходила в школу, это был Сарколь mm -hmm. раньше он назывался Урицкий. Урицкий. Да, поселок городского типа Урицкий. Ага. Вопрос: сколько составляет численность населения Сарколя? Точная есть статистика? Так. А 9543. Б 9469. С 9876. Д 9500. 9 тысяч пусть будет 9500. 9500. Ай, блин. Или 9800 там что-то такое. Или? Или 9000 там. Екончес <свят> Пусть То будет есть второе. 9469. Да. Интуитивно. Интуиция вас не обманывает. Это совершенно правильный ответ. Да вы что? 9469 человек. Так. Уже долгое время вашим дизайнером Дизайнером многих, если не всех образов, является ваш близкий друг Сергей Шабунин. Шабуни. Про Сергея вы наверняка знаете много. То есть он ваш, можно так сказать, очень близкий, близкий друг. Да, почти как родственник. Он принимал участие во всех ваших сценических костюмах, да, в реализации. Да, да. Так. Я с ним познакомилась в 2001 году, я была его первой клиенткой. Ага. -а. Потом спустя несколько много лет он сказал, что когда он учился в России, он вообще из города Тимиртау. Ага. Да. И он когда приехал, он сказал, когда включил телевизор, и в этом 2001 году у меня был клип. Помните "Две любви, две да, дороги"? Да да, 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 да. И он смотрел, посмотрел, вот бы с ней поработать ты. И когда я к нему пришла, он сказал об этом мне лет пять спустя. Так. так теперь что, вопрос. с 2001 года уже 22 года, если. Да. Вопрос. Какого числа прошел фэшн-показ вашего близкого друга Сергея Шабунина в Азербайджане? Он прошел не в этом году, он прошел даже не в прошлом году. Он прошел 2000. Человек, который вам шил костюмы бесплатно на протяжении 20 лет и больше. Почему кто сказал бесплатно? бесплатно? 20 бесплат... марта, 26 мая, 28 января, 23 июня. Показ. В Азербайджане Сергея Шабунина. Fashion Но не показ. в этом году. Здесь э, мы не должны узнать точность число. А, я знаю, что у него в Баку, в Азербайджане был э, показ, где манекенщицы, девушки ага. плакали, потому что он, вы, э, он всегда оригинален. Почему вот мы с ним рядом? Да? Ага. Мы оба креативные. Да, Ух так ты. я думаю. Креативные. Я, И э, э, он выходил под монолог э, Роберта Рождественского, который... Читала Алиса Френдлих, и это было о женщине. Ага. Да, и манекенщицы, которые шли, вот они, модели, они со слезами на глазах шли. Если это о том показе, если ну, в этом году было, ну не знаю, давайте скажем март месяц, пускай будет. То есть 20 марта. Ну, вот вообще, честно говоря, в марте у нас всегда здесь бывает у нас, а потом уже, ну, значит, июнь или июль, что там было позже. Был 20 марта, 26 мая, 28 января, 23 июня. Пусть 23 июня. 23 июня. Ну что ж, мы задали вам вопрос, вы ответили 23 июня, а правильный ответ 26 Марка. мая. 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 Так, далее продолжаем. В детстве вы часто ходили в кинотеатр, любили смотреть фильмы, особенно фильм «Морозка». «Морозка». Да? Теперь такой вопрос. Сколько раз вы смотрели фильм «Морозка»? Ну, раз 20 минимально, наверное. У меня дом стоял, и кинотеатр, забор. В заборе была щель, дырка такая, mm -hmm. и рядом кинотеатр. Я приходила, все э, тетеньки, э, они меня запускали уже. Бесплатно? Бесплатно и просто так. Правильный ответ? Ну, пусть раз 20, раз 20. 50. Раз 20 пусть Вообще будет. Вообще был вариант 25, 23, 20, 15. Вы ответили? 25. Пусть будет так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, 20, да? 20. 20. Правильный ответ 20. Вы О, 20 да. раз. Я же не считал. Я посмотрел фильм. Я была в первом, во втором классе. Во втором классе я была. Так, далее. Одна из ваших песен «Щили -узен была посвящена вами, вашей родной, родной земле, вашему аулу. Помните ли вы авторов этой песни? Кто написал слова, а кто написал музыку этой песни? Конечно, помню. Во-первых, я пришла, Мухтар Садибеков такой был композитор ага. вот Он позвал меня показать совсем другую песню Я ее послушал, сказал, да, я ее беру И, Все. и потом, и как-то, говорю, а что у тебя еще есть? И он так раз просто вскользь показал, я услышала звук аккордеона ага. Я говорю, а это что? Он говорит, это вам не подходит Я говорю, почему? Дай он говорит, послушаю. ну это нет, это нет Я говорю, дай послушаю ага. И оказалось, что это еще из стихи написал Серег Павел Спанов Это мой земляк, постанайский а Я композитор? сказал, я буду ее петь а композитор? Мухтар Сагибек. Что было в форме, Точный прямо ответ. Далее. Мы, меня все ругали, говорили, зачем тебе эта песня? Она не в твоем стиле, ты не должна это петь. Все меня ругали. Я сказал, Юзен, блин. Ага. Да, и потом, зато потом. И у меня в Тамаше была такая интересная история. Тамаша, это был ага. 95-й год, это была премьера песни. Это я только-только стала заслуженной артисткой. Ага. И Тамаша, Тамаша Рашарп, я говорю, Лукман Дажанович, я говорю, вот, он говорит, есть быстрая танцевальная песня какая-нибудь. Я говорю, есть. Он говорит, давай, Новый. а то все ноют, ноют, лирические Я говорю, у меня есть и быстрая лирическая. Хорошо, лирическую первую, вторую танцевальную. Давай, закрывать будешь. Я говорю, нет, первая будет танцевальная, вторая лирическая. Он так еще, я шутила на эту тему. Ты смотри. Звание получила. Начало. Голос изменился, ага. и походка изменилась. Ага. Но потом он меня хвалил, он сказал, ага. я просто этим хотел сказать, что я не только джаз, не только блюз, но еще и вот такие песни, красивые казахстаны. Ваши бурные уважаемые друзья. Легендарная Айжан Харм. Далее. Часто ли вы сами ходите на базар за продуктами? Редко. Редко. Ну, конечно, вы... Звезда. Нет, не потому. Я а люблю почему? ходить на базар. А -а -а. Потому что мне там все. Вот раньше на барахолке вот это все меня муж никогда не пускал, потому что Менгель 7 цены, если я подойду, цена туф, взлетает да, в 2-3 да, да, раза. Да, да. Он говорит, сиди в машине, я сам знаю. А если вот так я люблю, Вы, наверное, на базар, что меня в, угощают, в этих костюмов, мне, наверное, наверное, дарят. ходите И все думают: mm -hmm. ух, звезда не сразу. Знаете, мне понравилось выражение Бабушка подошла и сказала Меня вот так обняла Вот вы же говорите, такая-такая Она подошла и сказала Самая простая наша звезда И вот она поняла, что Можно блистать, сиять где-то на сцене Что-то в жизни ты должен быть просто Обыкновенным человеком Так, теперь

Соль Нет. будет 20 250 Не подсказываем. А давайте последнее. 70... 7-120. Окончательный ответ? Да. Да. Правильно. Соль... Стоит 70 Интуитивно. 120. Вот вы гады, 5 вариантов. не подводят. заметили? А между прочим, я по знаку зодиака Ракиня, говорят, не говори рак, говори Ракиня. Ага. А раки всегда Или у ракела. У них ракиня. Ух ты. Да, и поэтому у раков интуиция. Так, далее. Вы являетесь организатором и продюсером детского фестиваля «Бахат тиген сиенен бала который длится уже вот семь сезонов подряд. Да. да. Так вот вопрос такой. Сколько детей участвовало в галоконцерте седьмого сезона фестиваля «Бахат тиген сиенен бала Девятнадцать. Может, я я вариант вы ответите? Давайте вариант. 25, 18, пять, восемнадцать, двадцать два. Нет у вашего ответа здесь 19. 18. 19 это была девочка, которая пришла, она была ведущей. Все, поэтому я по количеству детей. Правильный ответ 20. Почему 20? 20. А в голове, галак... подождите, да, конкурсантов. Есть. А, а, -а, а, но там еще была дополнительная девочка, которая победила победительница. Если вы просто, я имела в виду участвующих в конкурсе. Именно тогда 20. Да, а да. так их 18. 19 это ведущие. 20 это это гостья. Победительница предыдущих сезонов, гостья, так, 20. Конкурсантов 18. Хорошо. В 19. Отмазка была хорошая. Прекрасная. Ну, на самом деле, вы забыли, да? Нет, 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 я не забыла. Я просто почему-то только конкурсантов посчитала тех, кто. Так, далее продолжаем. Ваша песня "Бахтин" до сих пор считается хитом. Так вот, помните ли вы, сколько раз вы пропиваете слово «бахат» в этой песне? Вы вообще считали? Нет. Этому хиту уже больше 30 лет. Ой, Инда, шестьдесят Инда? Она поет, сидит? Не, не, не. Нет, я не помню. А, 28, Б, 20, С, 17, Д, 23. Давайте теперь посчитаем. Бахат, еген, аркам, дер, дебер, она сломан, а мне еще не... Бахат, еген, сен, не знаю, пусть 18 будет, сколько Пусть там? 18 будет, да? На самом деле вы пропеваете это слово 20 раз. Чуть-чуть-чуть-чуть житпиал, да. Да. В 2012 году в передаче Большая разница в Казахстане. На вас была сделана пародия. Да. Вопрос. Кем была сделана эта пародия? Ну, это были, кажется, какая-то юмористическая программа или КВНчики. Нет, я не помню. Вышла девушка. Ага. Но мне было мне было очень неприятно, что меня не позвали. А, то есть да, шах на шах, съемку, шах. да? Да. Кстати, там не было э, Музарта, не было меня. И когда спросили, все ездили туда, говорят, я знаешь, чем горжусь? Единственная песня, на которую сделали пародию. Остальные были телепередачи. Там давай поженимся, а на mm. А это А единственная образ. песня, которая... Это о чем говорит? что моя песня на тот момент и сейчас была просто супер бүкіл қазақстанда между прочим она была записана я ни разу ее не спела бір айтқан жоқ, мен аварияға түсіп жатып қалдым ғой и полгода я лежал полгода лежала в аппарате лежал полгода учил заново ходить и когда я встала и все поют бақыт теген давай я говорю эй қайдан білесіңдер откуда знаете ни клипа нет түк жоқ сонда не айтды о оказывается Когда выполняли 50% вещания на казахском языке, то Европа плюс и русская радия после 12-ти крутили эту песню. выучил все с неба, Вас спародил, спародировала э, Девушка. Э, актриса да. известная Дана Турарбек. <связывая> Дана, Дана Турарбек. Турарбек. Кому в интервью вы сказали эту фразу? Фраза звучит так: Мен Казахтын, примадоннас. Майя не... Веронская. Майя Бикбаева, Айгуль Схак, Анара Батырхан. Не знаю, так. Не знаете. Примадон. Майя Бикбаева я не могла сказать. Майя Веронская. Майя Веронская тоже не могла сказать. Она Рабатерхан, шутку. Она Рабатерхан. Если мы шутили. А Они могли ответ мне сказать. Айгуль Схак. <звук> передача называется. Да? Ну что ж, уважаемые друзья. Вопросы кончились? Баранчет Неужели? Закончился. В общем, Ерлан, ты победил. Рубрика Ессингдема. Из 10 вопросов, Ерланд Марза ответил на 8 вопросов, а Айжан Ханов, вы на 5. О! вы итоге. Интуитивно. Интуитивно. Ваша интуиция просто. Я вообще в шоке от вашей. Если бы я знал, я бы спросил, сколько сейчас людей ага. живет. Телеканал Живих Жола, шоу-программа Жолдус Бассен. У нас в гостях легендарные гости Ерлан Кукеев и Айжан Нурмагамбетова. Еще раз добро пожаловать. Второй тур у нас называется Тандынба. Тандынба. Тан Тан Правила игры. Давайте тура я объясню. Будет три вопроса. Это первое, фото вопросы. По три фото. Есть аудио вопросы и видео вопросы. Здесь уже ничего не надо вспоминать. Факты приводить не обязательно. Тут только надо смотреть, узнавать и... И узнавать. И узнавать. Ерлан Марза, Сидим Первое фото. Касанс Даккам. Есть варианты ответа, нет? Нет, здесь уже нету. Тогда я скажу, что... По костюму. Не, не, нет, я знаю, кто это. Вам, давайте я вам помогу. Нет, Жанар Дугалова это. Жанар Дугалова? Да. Не Мульдер? Нет. Давайте посмотрим правильный ответ. Точно, Жанар Дугалова. Рахмет. Далее. Кого же вы здесь обнимаете? Давайте я вам помогу, подсказка. Вы обнимаете женщину. Это я понял. Хорошо. Еще раз помогу: на нее красный платье. И есть еще кольцо. На ней красное платье, кольцо. Я даже помню, что это было в Астане. Это не Айжанур Маби, это случайно. Нет. Нет, я это ему не позволю А это известная личность, да? Ну, не А, это Жанна Армасарова. Точно? Да. А может, Айша Байбасынова? Нет, Жанна Армбасарова. Давайте посмотрим правильный ответ. Молодец. Джаз-певица Жанна Ормбасарова. Дальше. Это только она имеет право вот так меня держать. Третье фото. Парвис, Медео, Кадрали и я. А что вы пьете? Там вода. Вода? Ну, людей вода. Губи, губит не... А -а, людей а, губит вода да, ну, вода. да, у нас же хороший программ, поэтому ну, мы не имеем права. все, говорить. давайте, правильный ответ. Совершенно верный ответ. Шапалак хурмет И вы ответили на все три вопроса правильно. А фото вам. Сейчас вот с какого-нибудь тоя и людей, не, которых не, я не, не знаю, нет, да? Нет, 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 нет. Так, Ух ты! Балет О. Кипчак Дэнс. Ух ты! Берик Ляля, это муж и жена, это Жанара и Мурат. Это Теперь вопрос. Я. А это сын Ильяс, э, Берика и Ляли. Он сейчас уже взрослый парень танцует. Какой знак зодиаку у Ильяса? Ну, я откуда знаю. Сколько пальцев на правой руке у него? Спасибо. Так, вопрос. Какого года и какого числа была сделана эта фотография? Так. Я могу отгадать. Вы уже отгадали свое. Я могу за нее отгадать. Я помню этот концерт, я там был. Мы а первый... Нет, этот номер первый раз был в 98 Азия году, ага. ага. Да, но это было в парке первый. И вместо Жанары, девушки вот этой, была Ирина Дубровина. А потом Ирина Дубровина, ее не аплодисменты, было? аплодисменты, совершенно верный ответ. 98 год, Азия Дауса. Далее. Э, рядом с вами кто на этой фотографии изображен? Хазба Балама Хасанзда. Ол Так, я не знаю. Певец, архитектор, Певец. юрист, нотариус, пекарь, стилист. Ну, для парвиза он худенький. А, ага. Давайте я вам сделаю подсказку. Певец. Алмаз Кишкинбаев что-то посмахивает. Нет? Ух ты. Опять интуитивно, да? Не знаю. Я не помню. Так, может, может, Орда... Ответ ваш? Как ты думаешь? Может, это дастик из Орды, нет? Возможно. Может быть. Не знаю. Не достану раз... Я так пальцем не. Это певец. Ну, я не знаю. Певец. Примерно, примерно... Интуитивная. Интуитивно. Интуиция, интуиция же не подводит вас никогда? Ну, Парвиз э, э, на нет, Парвиза не похож. Не парвиз, это, э, нет, Парвиз Гехсомей, да? Он Жан уже был тумбой. сегодня. <свят> 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 а, обладатель суперстарки из а, а. Алмаз Кишкинбаев, я же сказала. Давайте посмотрим давайте. правильный давайте. ответ. Алмаз точно. Кишкинбаев. Во. Вы сразу отгадали поначалу? Да. Потом вас сбили. Да, я специально. Конечно, вы хотите победить. Конечно. Так, далее. Я же сказал, это той. Кто с вами на этой фотографии? Так, сверху. Даже по одежде понять не могу. Сверху это кто? Хасан Сдакымбар. Хасан, да, это девушка, да? Да. А бусы? Бусы. Давайте вспоминаем. Это не Медео, армейц. Вы тогда часто жрисус. Ну, можно сказать, что или Ренат, группа Азии, или Медео. И... На Медео похож, наверное. На Медео похож. Но Медео а выше. Возра... Внизу... Утрат Трот Не, Медео пониже ростом. Ага. Да, это. Но он точно не стоит, наверное. Сказать. А вот девушка кто рядом, я не знаю, не помню. Возможно, это, может быть. Ты уверена, что это девушка? Может даже. Ну, вон видишь бусы какие-то. А. Ну, Может, это муж с женой? Вот я поэтому и думала. Так. Mm. Ответ ваш? Нет. Давайте посмотрим. Правильный ответ. Карагос. Карагос Требеква. Булатбек Досубаев. Да. Солист группы Жгер. Ну что ж, теперь аудио вопрос. А что с Махпал фотографий нет, с Розой? Я бы их сразу узнал. Ну, мы бы, э, мы знаем, что вы сразу узнаете, и мы Поэтому специально выбрали. Мы поставили, с, с, кем редко встречаюсь. Ну, да? мы здесь посадили. Одежда, чтобы ни о чем не говорящая. Да. Первый раз Карагоску вижу. что она там... ни не ничего чему не непонятно. принуждающий. Вот и если мое нужно... лицо закроете, вот по этому костюму сразу узнаем. Мы, 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 да, мы, и мы, вот мы сразу дальше. узнаем аудио аудиосообщение для вас. Давайте послушаем. Здравствуйте, это, оказывается, вы поете танец под дождем. Мы бы хотели очень сильно заказать вас на свадьбу. Другие ваши песни не, не очень, только вот танец под не дождем. Очень. Нужно будет спеть три раза. Сколько это будет стоить? Вот такой голос, Кто ну, вам да. отправлял это аудиосообщение? Нет. Так это действительно существующий или это импровизация, чтобы Конечно. узнать голос. Существительный. Существующий. Такой голос знакомый. Просто узнать. А можно еще раз поставить? Можно узнать еще раз. Ирланд, а, здравствуйте. Это оказывается вы поете танец под дождем. А, мы бы хотели очень сильно заказать вас на свадьбу, а, другие ваши песни не, не очень, только вот танец под дождем. Нужно будет спеть три раза. Сколько это будет стоить? Голос Где похож? вы спели три раза, или вы будете петь в будущем? А я уже пел, смысл имеется в виду три раза или что? Ну не знаю, вы должны. Нет, словить. это они симпровизировали. Я приблизительно. Айжан ханом. Давайте послушаем Давай. ваш аудио вопрос. А? Здравствуйте. Это мама Алины. Она пела в вашем конкурсе, говоря, что не пришла. Может, как-нибудь договоримся? Думаю, 500 тысяч хватит. Ой, ба. Это несуществующий голос это, не узнаем. Это фестиваль детский да. Бахт. -то. Да, Бахат Но никогда никто мне не может позвонить по деньгам, а потому что этим занимается. Здесь аудиосообщение. Аудио, я и говорю, это сообщение не мне, это импровизация, потому что я к деньгам отношения не имею. Нет, тембр знакомый, я просто не могу понять, может. Это вот мой... у тебя Жамбул, кажется? Нет. Нет. Голос, кажется... который нам звонит, это. А вот это Sus мама you, dizer, лина Sus еще. И да? Такого не может быть. Не Чингис? Я сейчас не могу понять. Это вы кого-то попросили, чтобы ко мне позвонили, или кто-то начитал? как бы так? Интуиция Конечно, это за конечно, Это был пранк аудио, чтобы мы хотели вас подготовить. Это было чисто такой юморной. Не настоящий. настоящий. Так. А в чем сейчас дальше? Сейчас дальше? Сейчас теперь. А ну давайте. А теперь по-настоящему. Нужно узнать тембра, да, чей? По-настоящему. давайте. Вам нужно узнать, кому вы. Отвечали на самом деле? Давайте, послушаем. Салем, братан, как дела? Ты ко мне звонишь, я не могу ответить, я в горах сейчас нахожусь. Здесь плохо ловит. Давай я знаю. Кому вы отправляли это аудиосообщение? Хамсуз не Это а. ему звонит Парвиз, это его голос. Нет, это не Парвиз, это, это я говорю. Это ты ты не не Ну, у тебя да, голос да, на Парвизе. Азиан Это же его тембр, как его можно вообще перепутать? Нет, Парвиз точно так же. Нет, как... Парвиз... Нет, это я говорю. Ты говоришь? Я помню, что я кому-то а, так кому отправлял. Ты да. Кому же? А, мне кажется, мне кажется, это я. А есть варианты, нет? Нет, варианты? здесь вариант. Этот, здесь как без его... вариантов. Жану я отправлял, Жан. Жан Алиме. Нет? Точно? Не точно, но может быть. Может быть. Или... Я недавно был в горах, по-моему, кажется, Жан. Вы вообще, не помните, с кем вы общаетесь, кому что отправляете? У меня в день по 100 звонков, как я могу. Это же ваш близкий друг. Правильный ответ. Вы отправляли это голосовое сообщение. Рабат, он живет в Турции. Турции, да. Да. Я всех братанами называю. Мало ли. вы сами извинитесь. Потом сами разберетесь. Айжан Ханум. Айжан Ханум вообще не язык. Она... Сейчас, у нее то, что я, да, словами не передается. Она подключает другой лексикон. Давайте послушаем. А если я найду? Кому это вы да угрожаете? Тысяча, может быть таких ответов. Это что за сообщение такое? Угрожающее. Души не Нет, нет, нет. Здесь, видимо, идет речь о том, что ты вы не найдете эту песню, а если я найду. Или же не найдете этого певца, а если я найду. Uh -huh. Потому что когда-то мне сказали, Хайрат Нутеков, ты не найдешь, ты генда, я найду деп, Менди Пойлан Хайрат Нутеков, uh -huh. uh -huh. Так что вот. Кому же вы отправляли это аудиосообщение? Не знаю, что такое короткое. Можно еще несколько предложений? Давайте... Послушаем еще раз. Давайте. А если я найду? А если я найду? А если я найду? А если не найду? Нет, это манерный, что такое? да? А если я найду? Что найду? Правильный ответ. Давайте. У вас есть варианты? нету? Нет. Вы отправили это аудиосообщение Айгерам Балабековой. Айгерам? <звы> Было, то есть Айгерам работала кастингом. Нашел шоу, караоке шоу. Вы хотели поменять песню? А, но вы у не вас найдете, не я говорю, а если я найду, да? Вот так. Ну, я же сказала, при выборе песни или что? А это мой в начале? Это, между прочим, записано. Но ответ был неправильным. Сложно если найду. Да. Так, теперь видео страх. за вам. Давай. С детства мечтал стать музыкантом. И вы знаете, это мое желание, оно не поменялось до сегодняшнего дня. И я уверен, что я нахожусь на правильном пути. Теперь вопрос. В 2018 году во Дворце Республики у вас был сольный концерт. Юбилей. Юбилей. Какую песню вы спели после этих слов и с кем вы ее спели в дуэте? Ау. Песня называется «Желание», и со мной спел ее э, Жанна Рамбасарова. Давайте посмотрим правильный ответ. На правильном пути. «Желание» – так называется эта песня. Молодец. Верно. Жанна Рамбасарова, мемберге. Вместе вот вы она. спели этот прекрасный трек. Браво. Шабалах Курмет. ты молодец. Видео вопрос Айжан Ханба. Мен <говорит> Стоп. <говорит> Дальше что вы сказали? Не знаю. Вот я ему когда интервью давала, это был 22 год, да? 20, 21 год. Что вы сказали после этой фразы? У вас есть варианты или мы... или посмотрим? у <говорит> Давайте посмотрим. браханов, <говорит> Вот это сделал же Ваши бурные аплодисменты Второй тур мы закончили Нас ждет впереди третий тур Жавапер О, Это самая любимая рубрика моя в этой передаче. А что надо делать? Интересно. А, я буду конкретно так. По очереди вам задавать вопросы. Так. Ну, это вопросы базовые знания школ... а, школы. А, Это заключительное уже? Нет, это пред. Предпоследнее. Да. Предпоследнее. Сколько букв в казахском алфавите? 42. Молодец. Как авто? Кто автор обошёл? Абайжола. Абайжола. Не отвечаем, не помогаем. Настоящее имя Аблайхана. Настоящее имя Аблайхана. Сабалак. Нет, Сабалак это Сабалак. прозвище. А имя, имя, имя. 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 Молчим, не помогаем. Имя. Абель. Абель Хаир. Абель Мансур. Абель Мансур. Столица Турции. Анкара. Правильно. Сколько будет, если умножить 7 на 0? 7 на 0 умножить. 7. 0. 0. По пословицу. Где родился? Там изгодился. Вот. У отца Игирим есть три дочери. Гульсая, Жансая, а третья? У отца и есть три дочери. Гульсая, Жансая, а третья. Айгерим. Правильно. Какое государство занимает десятое место по площади в мире? Девятый у нас. А десятый. Не подсказываем зал. Алжир. Сколько слов на издании есть у Абая Хунамбаева? Абай Хунамбаев. Слово на издание. Так? 17? Нет, 45. Сколько есть министерств в Казахстане? Много. Нет, 12. Нет, 21. Из чего делает изюм? Из чего делает изюм? Из винограда. Правильно. Самый большой музыкальный инструмент? Орган. Орган. Сколько хромосом у одного человека? Две. Нет, 46. Как звали царицу Саков? Сариса Саков. Тамирис. правильно. Первый космонавт, полетевший в космос из Казахстана, казак. Бакир. Правильно. Первое название города Хазлорда. Будь здоров. Спасибо. Кем, кем, кем? Хазлорда, Хазлорда. Первая столица нашего Казахстана. Ахмечеть. Ахмечеть. Когда появилась национальная валюта Казахстана? 93 Правильно. 2 плюс 5 умножить на 2? 12. Когда началась Вторая мировая война? Сорок м 1939. Последний хан казахского ханства. Кенсара. Кенсара, правильно. Ой, кумик ты спицинг Вы подсказали, мы не будем посчитывать. Хорошо. Так. Я согласен. Не посчитывать. Ну что ж, самый большой инструмент не дедынсис. Гандус? Арфа, я сказал. А я сказал Рояль. Ну Акасарган. Да, Акасарган точно. Это Сам Арган. большой. Согласен. Ну что ж, уважаемые друзья. Третий тур ЖОПЕР по э, Подытожим третий тур. Ди, из 10 вопросов Ерлан Ага ответил на 4. А Айжан Ханм ответила на 5. Ну что ж, мы далее продолжаем. А у нас впереди четвертый тур. «Табалмайсен». Эй! Hey! Правила игры. На сцену мы приглашаем четырех гостей, и вы должны из четырех гостей отгадать одного человека, который он как-то связан с вами. Может, вы вместе делали аранжировку, может, где-то пели, может, где-то в гостях были, может, где-то по дороге были в самолете, в аэропорту позвонить. Либо это ваш учительница, либо дочь соседа, либо друг вашего отца, либо старый-старый знакомый. А родственники могут Когда быть? вы жили в ауле. У них лица открытые будут? А то и, а то и даже может быть ваш кумир. Серьезно. Есть... Неужели Ричард Бона придет? Здесь, здесь как раз таки Айжан Ханом Должна подключиться ваша -интуиция. интуиция. Ну что ж, давайте начнем. Ерлан мурза мы начинаем как раз-таки с вас. С нас. Что надо делать? Узнавать? Узнавать. Давайте пригласим на сцену четырех персонажей. Так. Для Ерлана Кукеева. Так. Кого-нибудь узнаете, Ирланда? Ко мне? Вот четвертая, наверное, девушка. Нет? И где вы пересекались с ней? Или третья? Может, долг брали? Или это вы сосед снизу, которого затопили? не не, -не, -не, -не вы затопили? Подожди. Три Четвертая, по-моему. Или, или ваш кредитный? Мы, по-моему, даже родственники, кажется. Родственники? Нет. Или у меня работала в ретрошлягере. Возможно, даже это родственника вашей супруги. Да, да, да. Женгелере, может быть, куда-нибудь. Да, может быть. Сестренка Лара. Либо же сестренка вашего преподавателя. Нет, точно четвертая. Нет, у вас есть минута, вы можете задавать вопросы. А могу, да. Да. Так, вопрос теперь. Один из этих людей был на примере фильма реальная, нереальная история. Вы с ним фотографировались? Какой Кто фильм? из этих Я снимался? Реально... Вы были просто на примере фильма. На примере так. фильма... Кремера, предпоказ, ты... Реальная, нереальная история. А, вы вот с ними про фотографировались. Каражигитова так. Кто так. из этих людей был на примере? С кем из этих людей вы фотографировались? Блин, раз У вас есть минута, вы можете пообщаться, задать вопрос, э, чтобы вы ответили. Правильно. Можете посп... спросить имя, где встречались, кем они работают. А, хорошо, Время пошло. У вас 55 секунд осталось. Хорошо. Как вас зовут? Мадина. Вы где работаете, кем? Где хорошо. работаете, кем? Я так. фармацевт. Так, а, очень приятно. Вы как Мадина. вас зовут? Мадина. Че, все Мадина, что ли? Так, а вы кем работаете? Я в Васвиндярова. Где? В медицинский а университет. университет. Вы, как вас зовут? Третий. Мадина. А вы кем работаете? Психолог. А вы? Четвертый. Мадина, преподаватель. Преподаватель чего? Предмета. Какого? Иностранный язык. Где? А иностранный язык где? Чш. Ну. Еще раз вас. Что-нибудь меня... вспоминайте? Что-нибудь. Как вы сказали, вас зовут? Мадина. А где вы работаете? Ну, я везде работаю. Я и психолог, актриса. наверное, тогда с вами. Раз актриса. У вас осталось 10 секунд. Ну, все, третья. Вот, третья? Мадина, да. Ну, я так, чисто гипотетически, наверное. Гипотетически это ваше Ну, хотя слова, я думаю, да? что четвертый лицо знакомое, я не могу вспомнить. И ваше мне тоже знакомое. Вы выбрали третьего. Три. Номер три. Да. Тот, кто был на примере и... Фотографировался с вами. Так. Давайте один шаг. Правильный ответ. Сделайте один шаг. Вот. А вы вот. Вот. Давай. Мадина Мадина. Гизатова. Давайте доказательства посмотрим. Фото. Так. Вот оно. А, ну да. Нереальная это... история а, ну, дебюзатор. Да, это... а, ну, да, это... Мадина Гизатова, кроме а, Курмет огромное вам спасибо. Мы вас. Провожаем бурными аплодисментами. Елана, Ау. Рахмет сама. Все, я свободен? Нет, нет, нет. Инде. Айжан Ханумва. Давайте пригласим гостей, которые мы э, подготовили для Айжан Ханам. Айжан Ханом. Кого из этих гостей вы узнаете? Среди этих гостей ваш одноклассник. У меня там шучу. Так, чуть-чуть шаг вперед, друзья, в одну линию. Так, теперь вопрос. Азян Хан, ССГ. Кто из этих людей является звукорежиссером на проекте ⁇ Жолдузбусу ⁇ То есть на нашем шоу. На протяжении всей передачи этот человек, именно этот молодой человек, старался, чтобы у вас был хороший звук, чтобы ваш прекрасный голос услышал народ. Он поправлял, сделал поправку для вас. Это же сейчас. Сначала было. он надел, потом проверил батарейки, включил, потом настраивал, потом он подправлял ваш микрофон. Вот буквально час назад. Вот. Номер два. Номер два? Поправлял. Да? У вас есть минута. минута Вы можете сидеть. задать вопрос. Как что... зовут? Мирамбек. Мирамбек. Хайда Стисинг. Где работает? Зукач. Зукач. Зву... Тоже звукорежиссер? Yeah. Мирамбек. Мирамбек. Звукорежиссер. Yeah. Мирамбек. Да. Мирамбек Зукач. Кто из них подходил ко мне? Блин. Вот сюда попал. Мне кажется, третий гость это Мадина, который Мирамбек. фотографировался. Серланку, кей. Второй номер, кажется, ко мне подходил, вот поправлял вот это. Если это они это все... у, у вас опять интуитивно или зрительной памяти? Зрительно, зрительно. Вот так здесь стоял. Ага. Рядом стоял. Или поправлял. первый, или второй, второй. Он в очках был или без? Можете по запаху узнать. Может быть без, без, без очков, но... Без запаха? Но... А без очков? Подходил. Или первый, или второй? Или первый, или второй? Или, или третий, четвертый. или четвертый? А может, пятый все-таки? Нет. У вас осталось 10 секунд? Третий надевал мне там наушники, кажется. Там. Ага. Второй подходил, второй или первый подходили, поправляли вот эту штуку. Ага. Кажется, так. Окончательно ну, ответ теперь за вами, Ажан Хану. Ну пусть вы второй. Второй. Который подходил, поправлял вот здесь. Ага. Ажан Ханам из четырех гостей выбрал гостя под номером два. Теперь, Или если действительно листовой. это правильный ответ, сделайте один шаг вперед. Шабалах! Интуиция снова вас не подвела. И действительно, я просто низкий поклон вашему интуицию. Вам огромный. Есть видеодоказательства. Давайте посмотрим. Давайте откроем. Видеодоказательство. Вот он. Без очков. он без очков. Мы специально надели всем очки, чтобы вы не узнали. Вот да здесь вот. он вам подправляет. А я думаю, зачем послали. Вы даже не смотрите на него, вы даже не изучаете. И его. И но... он без очков. Нет, я взглянула на него. А один раз. вы взглянули взглянула. пару раз. Один раз. Один да. раз. Айжан И спасибо нашим гостям. Мы вас провожаем. Телеканал Жибег Жола, шоу звезда Теперь нам предстоит подытожить сегодняшнюю передачу. Приглашаем вас на сцену. Легендарные гости мои. Телеканал Жибек Жола, шоу «Звездануты». У нас в гостях легендарные гости Айжан Нурмагамбетова и Ерлан Кукеев. Оба гости у нас получили по два балла. Айжан Ханом, Ерлан Маза. Сегодня действительно боевая ничья. Первый раз в истории нашей передачи. Но так и должно. У нас обычно кто-то побеждает, а кто-то проигрывает. А на этот раз вы оба выигрываете. Мы оба звездануты. Вы оба <связанутые> Уважаемые друзья, хочу вручить вам эту прекрасную статуэтку Жулдус Бусын Айжан Хан Носызге и Ламрал Мазан Носызге. Заслуженный артист Республики Казахстан Айжан Ханом Ерлан Мурза. Во-первых, от имени редакции всей редакции я хочу поблагодарить за то, что вы сегодня присутствовали у нас, были с нами, подарили море эмоций, позитива. И желаем вам, самое главное, здоровья и творческих успехов, процветания, АПЛОДИСМЕНТЫ удачи. Хурмета Жбек Жоларнасын мы с вами не прощаемся, а наша очаровательная, прекрасная, несравненная, эпатажная Айжан Нурмагамбетова дарит всем нашим телезрителям Музыкальный подарок. До новых встреч! Удачи!